при каких N ладья может обойти все клетки доски размером N на N, чередуя вертикальные и горизонтальные ходы, и ни в какой клетке не побывав дважды. Вот я вам нарисовал доску 4 на 4. Сейчас, естественно, будет доска 6 на 6 и рядышком 8 на 8. Требуется сначала обойти эти три доски. Потом будем разбираться, можно ли на досках каких-то других размеров. Но сейчас сначала, пожалуйста, я точно знаю, что это можно, и даже не сложно. Итак, доски 4 на 4, 6 на 6, 8 на 8. В каждой из них нужно начать в какой-то клеточке, которая вам больше по сердцу. Желательно вернуться в ту же самую клеточку, чтобы маршрут был циклический. Пожалуйста. 6 на 6 можешь? Тетрадь сделана? У меня, да. Вперед. Ставьте номера. Нет, я сказал, ставьте номера. То есть пишите 1, дальше куда идет 2. Нет, не бывает его условий, не слышите, садитесь, пожалуйста. Ладья должна чередовать. Но она не может так сразу ходить. Она не может ходить сразу. Прежде чем выходить рассказывать решение, надо прочитать условия. Например, поднимали руки, не прочитав условия задачи. Я не понимаю, что вы делаете. Прочитайте условия, сходите, пожалуйста. Только по одной клеточке. Прочитайте условия задачи. Не понимаю, что такое один. Дальше три пойдут, четыре. Ладья у вас идет по клеточкам. Первая, вторая, третья, и так до 16. Ладья должна чередовать вертикальные и горизонтальные ходы. Заметьте, ребята, еще ни один из выходивших в доске не прочитал условия. Казалось бы, книжка перед человеком лежит. Но зачем я буду читать? Да? Зачем? Я же умный. Я же знаю решение любой задачи еще до того, как читал условия. Я-то сделал, вы-то не сделали. А вы бежите рассказывать решение задач, не удосужившись прочитать условия. Да, конечно. Нажимайте посильнее, не видно ничего. Ну что, давайте проследим за этим движением. Значит, сначала прошелся по углам, потом вот так, так, так. Ну, путь довольно мудреный, но тем не менее правильный. Давайте 6 на 6. Я бы хотел, чтобы вы предложили какой-то совсем простой путь. Иначе вы сами себя запутаете. Нужна какая-то простая система передвижения. Поверьте, и 6 на 6, и 8 на 8, и даже 100 на 100 можно сделать одним и тем же очень простым приемом.
Между прочим, в свое время вот эту задачу я придумал, и ее тогда не взяли на Олимпиаду, посчитав слишком легкой. Да, я был уверен, что она не настолько легкая, и все-таки включили ее в книжку. Но тем не менее, вот в свое время на Московской Олимпиаде ее не взяли, потому что она показалась слишком простой. Мне тогда сказали, что да любой сразу напишет. А вы сами не пробовали, что ли? Уверен. Нет, те, кто так говорил, действительно сразу сами писали. Ребята, это сильно легко. Но она сейчас нашла какое-то затмение. Идет по нижней и по верхней линии. Да. Чуть-чуть отойдите, чтобы было видно, что вы пишете. Отойдите от доски, чтобы было видно, что вы написали. Так, ребят, есть какие-то недоразумения? Это у тебя 0 или 9? Кстати, да. Рядом с 36. Так, для 8 сделаете или нет? Пожалуйста. Ребят, смотрите, вы придумали слишком сложную систему, и поэтому даже толком не можете сформулировать. То есть вы очень надеетесь на то, что у вас все получится, но для вас это некоторое чудо, что в конце получится. Я сейчас все-таки объясню нормальное решение этой задачи без таких вот. Такой интеллект. Все гораздо проще. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А вот дальше очень важная простая вещь. Если я пойду сюда, то маршрут зациклится. А я сюда не пойду. Я пойду рядышком. 12, 13. Что дальше будет? 14. Заметьте, я иду абсолютно
естественным путем. Так хромая воде, которая только на одну клеточку ходит. Да. Нет, она не хромая у меня. Она у меня при необходимости прыгучая. Она просто спокойная. Она зря не бесится. Когда можно ходить тихонечко, она ходит. Когда надо прыгать, прыгает. Так, ну что, сдвигаемся. 24. Надеюсь, вы уже все поняли, да? Да, и так далее. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Вниз спускаемся. 35, 36. Нет, тот спуск тоже верен. Но мой не требует особой изощренности. Я естественным образом просто ходил вот по этим вот столбикам. Каждый столбик ширины 2. Хорошо. Только тут задача не решена. Нас спрашивали, при каких N доска может обойти доску размера. Ладья может обойти доску размером N на N. Да, пожалуйста. Ладья может обойти доску при том случае, если N равно четному числу. Отлично. Для четных чисел мы поняли систему. А вот интересно, для нечетного. Почему невозможен такой маршрут для доски нечетного размера? N нечетно. Вот представьте себе, например, доску размером 7 на 7. 3 на 3. Можно 3 на 3. Почему маршрут невозможен? Горизонтальных и вертикальных. И что? А 7 не делится на 2. Я ничего не понимаю. Насчет 7 делится на 2, я ничего не понимаю. Ладья ходит парами. Что такое ладья ходит парами? В чем смысл этого утверждения? В том, что 7 на 7 49, а доска на пары не делится. Ну одна что? Клетка останется. Ну и что? А, нет. Подождите. Что значит, что доска не делится на пары? Не понимаю. А маршрут можно делать по-любому, мне кажется. Ну, видите. Достаточно было с вами поговорить строгим голосом, и вы уже изменили свою точку зрения. Можно привести пример, когда на доске 3 на 3? Да. Можно? Пример чего? Ну, нарисовать. Нарисовать маршрут, как ладья побывал на всех полях? Нет, почему нельзя? А почему нельзя? Это вы вынуждены будете разбирать все варианты. Это неинтересно. Это неинтересно, потому что когда доска становится большой по размеру, то все варианты перебрать невозможно. Возможно, как пройти только на доске 3 на 3. То после этого вы должны были типа не по вертикали. Пожалуйста. Будет тупик, надо будет. Я не понимаю, из-за чего. Я чувствую, конечно. Невозможно, просто вы нечетно смотрите. Когда
там нечетное число клеток, невозможно все время вот идти, чередовать вертикально и горизонтально. Все, давайте я расскажу. Значит, ребята, смотрите. Начало маршрута, если оно есть, если маршрут не циклический, и конец, если он есть, тоже опять, если маршрут не циклический, расположены в двух или в одной строчках. Строчек всего 7. Поэтому обязательно удастся найти какую-то строчку, например, для примера вот эту, в которой нет ни начала, ни конца маршрута ладьи. Смотрите, что делает ладья. Ну, давайте я возьму какой-нибудь пример. Скажем, прыгает с первого поля на второе. Со второго, например, на третье. С третьего на четвертое. Сейчас начинается самое интересное. С четвертого, например, на пятое. С пятого по горизонтали, например, на шестое. С шестого по вертикали, например, на седьмое и так далее. Смотрите, что произошло. Ладья зашла на нашу выделенную полоску двумя клетками сейчас. А именно клеткой пятой и шестой. И это не случайно. Всегда, когда есть какая-то вот эта выделенная полоска, будет происходить следующее. Заходит, делает горизонтальный шаг и по вертикали выходит. В результате будут оставаться только два числа. Две клетки будут заполнены. А нам нужно, чтобы были заполнены таким образом все 7 клеток. Поняли смысл? Да. Вот, 7 на 2 не делится.